Все, друзья, Яна дает команду быстро собираться. Все, летим в ветеринарную клинику. Вот мы приехали в ветеринарную клинику. Анатолий Иванович сейчас нам сделает УЗИ. 189. Уже нужно готовиться. Было 210-217. Снижается все. Сейчас здесь еще гляну, как там получилось. Все малыши готовятся прийти на свет. Все, куда теперь ее? А теперь Евгений ее заберет. Да, да, забирайте. Давайте аккуратненько. Она все равно ножка не пошла. Давайте, все, ждем звоночка. Да, удачи, будем ждать. Все, пока, Лира. Ну вот, друзья, все, у нас поздний вечер. Мы отдали Лиру, и теперь нам осталось просто дождаться результата, и мы скоро его узнаем. Ну вот, друзья, нам только что позвонили из клиники, сказали, что все готово. Поэтому мы сейчас уже скоро все узнаем. Буквально через несколько секунд. Готово. Все, идем узнавать. Да, та-дам, народу много. Ух ты, сыночки. 7. Здесь сегодня много народу. Сколько? 7? 7. Янки цвета. Соболь. Все соболь, ну она тоже соболь. Черный триколор. А, да? Да. Ничего себе. Прикольно. А это голубой соболь. Как она, такой же точно. Mm-hmm. Все нормально, все хорошо дышат. Ну вот, друзья, мы перешли из общего помещения сюда в сторонку. Здесь есть место, где никого нет. И, короче говоря, там очень много народу и много всяких разных собак. Мы решили подальше от всех с нашими маленькими новорожденными. Поэтому мы будем здесь сидеть ждать. Сейчас нам сюда еще и Лиру привезут. И моя девочка. Спасибо, Евгений. Здравствуйте. Да, давайте. Туда к розетке подгоним. Давайте. А нам тоже подключаться надо, да? Вот сейчас идея чуть поднять. Солнышко. Мое солнышко дрожит. Холодно солнышко. Ничего, сейчас все будет хорошо. Ладно, надеюсь, мы сегодня пораньше уедем, не будем долго. Ну, все как быстро. Обычно, согреемся. Гоша, собака придет в себя и поедем. Пораньше не получится. Даша, я там около нее сидела. Да, наверное, вот так лучше, да? Все хорошо, спасибо. Кто плакает? Не вижу, кто плакает. Лерусик, просыпайся, малыш. Уже легче должно стать. Просыпайся, все хорошо. Лера. Спит еще. Не реагирует пока что. Тима, малыш, Вастик. Мне кажется, что мы с Найт вчера здесь были. Вот такое ощущение. Нет, мы были с ней здесь 3 недели назад или 4. А мне кажется, что вчера. Это я, наверное, так дышит, потому что от наркоза, да, еще? Угу. Наконец-то дождались, что глазки открыла. Ура! Мирусечка. Что, хрюкать теперь будешь? Горлышко першит. Теперь ты дышишь по-другому, конечно. Ой, скажи, горлышко как першит. Трубки. Ну, что так запершило? Все хорошо. Все хорошо, молодец. Все должно быть хорошо у нас. Да, Лерусь? Привет. Я тоже здесь. Просыпайся домой, поедем. Все хорошо у нас, да? Давай. Детей тебе твоих покажем, как ты их вообще. Просыпайся, Лерусь. Давай, открывай глазки. Видишь меня? Вот, уже видишь. Молодец. Уже видит Лера меня? Видит, да.
Давай, зайчон, домой поедем. Масюся. Леруся, Масюся. А Леруся, Масюся. Леруся, Масюся. Сегодня Масюня. Ты сегодня Масюня? Ты сегодня Масюня, да. Сегодня Масюня. Просыпайся сегодня, Масюня. Что там у нас, Ян? Все хорошо. Пока не будем смотреть, сколько мальчика, сколько девочек. Попозже, перед отъездом. Угу. Блин, красивые есть. Вон, я вижу носик. Какой красивый. Голубая. Короче, ребята, смотрите по окрасам, как получается. Вот та справа наверху с белой полосой щенок, это как Лира окрас. Остальные три примерно как Вася, такие желтые. Как я сказать, цвет понятно? Соболь. Нет, а по-русски. Ну, светлый Соболь. Был. Соболь. Соболь. И три черных, три колора, как Black Knight. Ну, светлый пока кажется самым ярким. Самый светлый. Ну, да. Леруська такая же родилась. Да, Леруська такая же была светлая. Но она с Васей немножко другого оттенка, да, Ян? Ну, многие, наверное, кажется, что она с Васей одинакового цвета. Вася яркая, это вот более такая бледненькая. Ну, уже не дрожит, значит, температура уже поднимается. Ну, лишь поднимается, да. У тебя пеленка шевелится, Ян. Ходуном уходит. Кто-то там куда-то пополз. Это тот, который вылезал, из мамы стучался. Кто? Да. Давай, что? Покажи. Вот он, давай его. Ну, вот ищет. Тебя-то мы и слышали. Ты, наверное, и из мамки рвался, из живота. Муська отсыпается, устала, бедная. Друзья, сегодня очень много народу в клинике, поэтому мы почти не снимаем. Вот сейчас Яна первому щеночку дает покушать. Вот Евгений Владимирович пришел проверить. Только что был здесь Анатолий Иванович. Тоже мы, да, тоже проверял. Не, мы ковырялись, нашли сосок, нашли, видите? Бракованный сосочек там. Ничего не сделать. Ковыряли, ковыряли, не достать. Операция нужна. Никак. Посмотрите, сказал, бывает и такое, да. Сказал, что будет делать, чтобы его достать, но уже не в этот раз. Ну, ты да. Что, не хочешь кушать? Ты же ползал, искал. Давай. Ну, она перестала, пришла в себя, уже дышит лучше. Может, глазки открывают. Да, может, и температура началась подниматься. Ну, кто такое-то, ну? Ну, смотри, сколько здесь молочка много. Ну-ка, давай. Мамкина нога, скажи, мешает. Наконец-то черненькие родились, да, Эн? Угу. Давай. Так что мне тебя никак не присосать. Ну ладно. Подожди. Давайте того, кто присосется. Ты хочешь? Давай я тебя попробую. Мамка тут ногой все закрывает. Не дает детям свободный доступ. Кушаем. А может ты? Тоже не хочешь. Так ползали, как будто кушать хотите. Давай, так ползали, как будто кушать хотите. Ой, один только голодный. Один только кушать хочет, да? Ну там, видишь, нам не подобраться. А здесь, видишь, не в йоде все это никак. Некуда. Mm-hmm. Некуда нам. Вот здесь вот все хорошее. Тут все. Друзья, мы только что сейчас обнаружили, короче говоря, у нее один сосок, вот Яна его сейчас покажет, так издалека. Ну, он неправильный. Он бывает неправильный, такой. Да, он внутрь вставленный. Сейчас наливаться, когда он, да, туда так ушел, и все. Поэтому без одного сосочка, но у нее сколько сосков всего? Не считала, Гоша. Но щенков все равно достаточно. Щенков нормально. Должно всем хватить. Да, всем хватит. Ты такой самый голодный. Прям ест? Да. С масочкой. Впился сразу, ням-ням-ням. Как Вася, наверное, у него и глазки будут подведены, да? Короче, вот эти все будут похожи, скорее всего, на Васю. Как у нас есть Арчи такой, мальчик в Сургуте, очень похож, он такой же был. Скоро узнаем, сколько мальчиков и девочек перед отъездом. Я уже знаю, кто это. Да, уже потрогал, ну давай говори, кто это. Я думаю, что это девочка. А, писюна не нашла? Угу.
Да, это девочка. Девочка, все. Потихонечку узнаем. Вкусная внуча Васюша. Ты пока их сейчас всех прикладываешь, всех проверишь, нам не скажешь. Я не прикладываю всех, я приложила пока только одну, остальные не захотели присасывать. Лерусик, ты, может, просыпаться начнешь, зайчик? А, Леруся? Греемся. А что, Евгений мерил температуру, нет? Нет. Но она не дрожит, так что нормально, греемся. Опять пеленка ходуном ходит, кто-то куда-то пошел. Опять, наверное, тот черный с белой точкой на спине. Лерусик, ну, просыпаться. Домой поедем. Лерусь. Спит. Каждая это спаться. Хотя... Спит, как фуфлик. Что ты там хочешь видеть? Пяточки, смотрю, такие маленькие. У вас ты любишь. Маленькие детские пяточки. Пяточки. Маленькие пяточки. Самое-самое необычное, самое-самое нежное. Это пяточки. Что у человеческих детей, что у собачьих. Накусался ребенок или еще не накусался? Ребенок. А ребенок? Ешь или не ешь, не могу понять. Вроде ешь. Видите, какой голодный. Голодная девица. Хоть бы Лира была такой же хорошей мамой, как и ее мама. Как Вася. Посмотрим. Ну, Вася очень хорошая мама. Вася отлично. Посмотрим, как это передается. По-моему, кто-то уже засыпает. А? По-моему, кто-то тут уже засыпает в обнимку с вкуснятиной. Эй, ты уже засыпаешь? Самая первая поела. Ты что, все думаешь, убирать, не убирать? Да, она уже почти такая... Еще. Уже такая заснула, уже перестала, все, уже такая начала отваливаться. Такой хлоп, такая, не, еще. Потом-то конкуренция будет, а сейчас можно одной поесть. Но она же об этом не знает. Яна, она у тебя кушает уже минут 8. И что? Пора убирать. Ну, видишь, она не убирается. Забавная. Остальные все спят, никуда им ничего не надо. Они успокоили, поползали. А этой покушать, видите, надо. Пинку свою наедает. Я скажу, буду самая сильная девчонка. Я скажу, покажу всем, где раки зимуют. Да, нам такие нужны. Самые сильные. Лерусь, тебе хорошо? Ей хорошо. А, может, домой поедем? Скажи, отнесите меня, положите Лерусь, мне домой. Домой поедем? Спит, как суслик. Боку мы уже пузико наели. Молочка напили. Вкусненького, маленького. Мамочкиного. Тебе вообще не отцепить, да? Другие тоже, может, хотят. Вот это щенки, которые сами присасываются и не отсасываются. Блин, я хочу, чтобы все остальные ее братья и сестры так были. А вдруг там одни сестры, Ян? А как я хочу. Не, мне мальчика, пожалуйста. Мне нужен мальчик. А тебе нужен? Тебе никто не нужен. Мне нужен мальчик. Не нашла. Мне нужно продолжение рода. У тебя мальчиков 7 штук. Мне еще один нужен. Какой 7? Откуда 7? Мы вчера считали 5 тестов, одного не хватает. Дед, Сильвер, Вельвет, Гол, Джек. И Джек 5. Ну это Булли. Я про Булли говорю. Про кого же еще? У меня были 5 мальчиков. Вера, что ты там жует во сне? Ты что-то жуешь во сне, заяц? Эй, просыпайся. Леруся. Лира. Лерусь, просыпайся. Леруся. Так глаза открывает и все. Лерусик, просыпайся, домой поедем. Домой поедем, деток кормить, вылизывать.
Что скажи, это значит? Лерусь, поехали домой. Поехали домой. Не забрали. Ничего себе. Она опять начала засыпать, думала, сейчас положу коробочку. Посмотрите, ребята, на щенка. Она сразу, он опять такая... Да. Офигеть, просто самый крутой присасываемый новорожденный щенок, какого мы когда-либо видели. Пиявка. Вообще пиявка, да. Вот мы и назовем ее пиявка. Пиявка. Запомни ее. А оставь ее себе. Ты ее запомнишь, у нее масочка такая, девочка, там вот таких не особо. Мне кажется. Там еще. Она посветлее, чем эти два. Да. А, самая светлая, короче, с маской, понятно. Она посветлее, чем эти два. Что там такой ползательный? Ползательный вот этот с белой точкой, который из мамки просился. С белой маленькой точечкой на спине. Ну, он не сосет. Что ты хочешь-то, ну? Ты же бегаешь, ищешь. Короче, вот этот точечник с точечкой бегает, а есть не хочет. Такая липучка. Липучка, рубль, штучка. Тебе можно столько есть? Можно, почему нет? Другое дело, что я, может, кого-нибудь другого попробовала присосать, что это самый удобный сосок. Но я из-за нее никого не могу другого присосать. Да, здесь сразу всех не удержишь. Ну что, снимаешь пиявку? Она не снимается. Она как присосалась, как пиявка. Так он меня оторвать. Короче, уже 15 минут щенок ест. Пиявится. Может, уже и 20 даже. Пиявочка пиявится. Пиявка. Точно, я буду звать пиявка. Пиявка. Красивое имя. Пиявка. Russian Bulls пиявка. Как пиявка на английском? Сейчас узнаю. Пиявка на английском языке. Лич. Лич. Лич? Да. Не, мне не нравится лич. Личи? Мне нравится пиявка. Russian Bulls личи? Нет, пиявка. Лич. Пиявка. А прикинь такую историю, ее кто-нибудь у нас купит и назовет ее личи. Нет, она пиявка. Ну, пиявка это будет вторая подпольная кличка. У нас у многих собак есть вторая подпольная кличка. А личи это очень даже благородно. Это же фрукт такой есть. Да. Который тебе нравится. Да. Поэтому личи круто. Для хозяйки она будет фрукт, а для тех, кто в теме, пиявка. Мы с ним ржем над пиявкой, короче, уже 20 минут прошло, как она ест. Пиявочка. Она же пиявка, пиявка. Слушай, ну первый раз у нас такой щенок, что вот прям вот так вот присосался в ветклинике и никак не мог отпустить мамку. Прям вообще, ну никак. Я ей думаю, ну все уже, все, ну все, все, все. Вот, вот, знаешь. Еще и возмущается. Отдайте, говорит. Прикиньте, она его тянет, а она такая, Возмущается. Говорит, чего это ты меня куда тянешь? Я скажи, еще хочу, я голодная. Скажи, 62 дня не ела. Прям видно, что ест. Да, как пиявка. Эй, ребенок, да другим дать. Ты еще себе решила взять? Мы дождались Евгения, сейчас мы померим температуру и узнаем, что как. Хорошо. Да, она даже не дрожит, такая, кажется. Пиявочка кушает, маленькая. Никто больше не захотел присасываться, кроме нее. Сколько? 37,9. Можно домой, типа? Но она спит еще. Она уже все у вас проснулась. Сейчас мы тогда... Сейчас мы посмотрим, сколько у нас девочек и мальчиков родилось. Потихонечку все оплатим и начнем двигаться. Я вас тогда позову, когда мы пойдем к машине. Давайте, мне еще катетер надо будет снять. Ага, хорошо, ладно. Сейчас Ян даст сигнал, что можно идти, и тогда мы пойдем. А что Яну-то? Все, вы нас отпускаете? Да. А, ну тогда все. У меня причин вас держать нету. Ясно. Сейчас я... Нормально. А, ну давай, начинай, да. Да у меня пиявка-то не отрывается. Да. А до сих пор? Два. Блин, все, полчаса, короче, ест щенок. Russian Bulls пиявка оказалась такой мощной пиявкой.
Давай посмотрим. Значит, здесь на столе лежит девочка. Так, друзья, начинаем смотреть, сколько мальчиков, сколько девочек. Девочка один лежит у Яны под рукой. Так, смотрим дальше. Девочка. Девочка два. Мальчик. Мальчик один. Мальчик. Мальчик два. Два-два. Мальчик. Мальчик три. Девочка. Девочка три. Итак, кого больше? Три-три сейчас. Мальчик. Мальчик четыре. Четыре мальчика и три девочки. Ну, как всегда, идеальный расклад. Ну, отлично, я себе смогу выбрать еще отлично. Мальчика. Отлично, мы очень рады, что мальчиков больше. Мы теперь, мы, в общем-то, раньше радовались, когда девочек больше, а теперь мы радуемся, когда мальчиков больше. Отлично, супер, молодец, Лира. И только что доктор нас отпустил домой. Это значит, что сейчас мы берем грелку, кладем щеночков в наш контейнер и с Лирой двигаемся в сторону машины. Пиявка. Пиявка. Мы так и повезем ее вместе с пиявкой. Нет, я здорово придумал, да, что мы можем двигаться, но пиявка-то не отсасывается. Нет. Может, ее здесь оставить? Давай на тележке поедем. И с мамой будет ехать до нашего дома еще 100 километров сосать. Не могу. Короче, ребята, это удивительно. Вот почему нам нравится наша работа, то что каждый раз мы чему-то удивляемся. И что-то вызывает вот такое умиление аж до слез. Ну, это так приятно. С одной стороны, тут еще, смотрите, это само по себе прикольно, но мы еще и рады, что щенок здоровый и сильный, что он такой... Так что хочет, он такой пиявка. Да, что она такая пиявка. И так хочет есть, жить, разрасти. Это просто великолепно. Мне тебя придется насильно, значит, туда сам. Ну, давай отсасывай ее туда. Отсасывай, потому что мне надо идти брать... Белочку. Нет, нет, она не хочет. Пиявка. Где там ищет, короче, еще осматривается. Все, Яна пошла набирать в грелку горячей воды. Я сижу с Лирой. Сейчас мы переложим всех щенков в контейнер и уже будем двигаться в сторону машины. Короче, прикол. Яна пошла, пока уходила с грелкой за водой, пиявка там начала возмущаться, типа, куда дели еду. Видите, она ползает, ищет, короче, сосок. Охренеть вообще, обалдеть, ребята, никогда такого не было. Видите, она какая активная. Представляете, ребята, пиявка какая у нас. Все, сейчас перекладываем вот в контейнер и едем домой. Вот Яна упаковывает грелочку в теплый пледик. Пока ты ходила, пиявка там ползала, искала еду. Интересно. Лиза, сейчас пойдем. Я ее думаю, что без тележки отнесу на руках. Она легкая теперь стала. Тепло, хорошо, достаточно? Да. Дядя мой сладкий. Где там пиявка? Пиявка. Пиявка. Так классно, мы с тобой в каждом памяти кого-нибудь выделяем опять. Видишь, у нас есть пиявка. Неожиданная. Лучше не переворачивай на спину. Ну, на боку держи ее. Да она же вон как сопля, Ян. И что? Ну что, что? Вот так вот на бочке и держи, нет? О, сопля. Все, Евгения, мы поехали. А, катетер забыли снять. Блин. Уже собрались убегать. Все, сейчас нам снимают катетер, и мы едем домой. Давай, открывай. Все, Леруся. Все, друзья. Все, лежи, лежи. Не надо тебе пытаться вставать. Да, тебе еще рано вставать. Рано вставать, пока лежи.
Все, Лиза, здесь мягонько, хорошо. Все, друзья, мы принесли Лиру. Малыши тоже в машине, мы поехали домой. Все хорошо. Пусть будет все хорошо. Уже дома увидим, как все будет дальше и как щеночки. Ну вот, друзья, мы наконец-то дома. Вот она, Лира. Щеночки уже дома. Идем домой кормить всех.